Всем привет! Вы на канале The Tiger. В этом выпуске мы будем варить трубу 316 нержавейка, зеркальная, с поддувом. Стенка двойка, диаметр трубы 25 мм. Нам понадобится редуктор с двумя ротаметрами, тиксварочный аппарат, газ-аргон высокой частоты, гнущаяся горелка, линзовое сопло. Будем использовать номер 6. Вольфрам 2.4 золотой. Присадка нам не понадобится. Будем варить своим телом. И обязательно используйте защитные средства. Краги, маски и прочее. Прихватываем трубу. Желательно без продавки, чтобы внутри трубы не окислились прихватки, иначе они будут мешать формироваться основному шву. Вот, на обратном валике. Или же прихватывайте сразу с поддувом. Так вы будете уверены, что внутри все четко. Давайте пройдемся по настройкам аппарата и выставим правильный газ. Будем варить на постоянном токе, в импульсе. Ставим 4 такта. Импульс. Верхний ток 50 ампер. Нижний у нас 14. Постпродувка 6 секунд. Герцовка 1,8. Поддув газа в трубу стоит 5 литров. На сопло подается 12-13 литров. Выставляем. Высоко установил трубу. Немного неудобно было варить. И вот шов у нас готов. Обзор подходит к концу. Вот так вот я закрепил зажимы в тиски. Провел трубу. Скотчем обклеил. Спереди кусок скотча с отверстиями небольшими, чтобы аргона было куда уходить. Вот. И вот такой вот у нас шов снаружи. Сейчас я отпилю на пиле в околошовной зоне. Вот. И покажу вам, что получилось внутри. Ну и как видите, внутренний валик белый, качественный, блестящий, ничем после резки не обрабатывался. Да, местами получилось криво, но не в этом суть нашей темы.
Если вам хоть чем-то помог, пальцы вверх, всем красивых слов, всем пока-пока.